Муж с женой решили сходить вдвоем в театр, а сына 6-летнего оставляют первый раз дома. Отец ему дает наставление: «Смотри мне, никому дверь не открывай, скажи, что ты маленький, до замка не достаешь, сейчас подойдет брат-штангист и откроет, понял? Да-да, пап, понял, ну-ка повтори, я маленький, до замка не достаю, сейчас подойдет брат-штангист и откроет». Ох, все, пойдем мы спокойной душой. Возвращаются они домой. Отец думает: дай-ка я сына проверю. Засунул чупа-чупсы в рот. Подходит к двери, звонит. Сын: кто там? Да это с горгаза. А что надо? Ну как что, соседи обеспокоены. Газом у вас пахнет. А сын говорит: да пошел ты нахер. У нас буржуйка.